Где у нас шли ремонтные работы? Значит, ремонтные работы в 9 километрах отсюда, перед аркой. Значит, эта сторона все нормально. Там мы 4 пролета заменили. Хорошая производственная база. Это позволило всю укрепленную сборку всех металлоконструкций организовать прямо здесь. То есть мы с 3 заводов крупнейших металлопроизводителей. В Сибири в том числе. Да. Мы привезли из Тюмени, с Кургана и с Воронежа. К счастью, а сколько всего было? Свыше 1000, да? Валерьевич, 1214 тонн. Благодаря тому, что у нас такая очень развернутая программа строительства по стране сейчас, и был металл в наличии, подмостовые изделия, поэтому мы быстро перебросили этот металл на производство вот этих непосредственно конструкций, и за 2 недели собрали все 1214 тонн и привезли сюда. Значит, выстроили полностью цепочку сопровождения с ГАИ. Каждый пост предупредили, каждую машину считали в ручном режиме. Я попросил губернаторов подключиться. Губернаторы каждодневно на заводах контролировали выпуск каждой тонны. И мы получали прям такую сводку, сколько изготовлено, сколько в пути, сколько доставлено. И здесь на производственной базе Росавтодора собрали строители, и они уже привезенные металлоконструкции, их дособирали. Сколько человек работало? 500 человек работало в круглосуточном режиме. Значит, 3 плавкрана, 4 баржи и порядка 21 единицы техники. А шторма не мешали? Сильно мешали. Вот из 55 дней 22 дня шторм. 22 дня шторм. Исходя из этого были применены новые уникальные. Состоянии мы ее с первых же дней привели в порядок, укрепили, запустили по ней движение. Но для будущего, для правильности, ее, конечно, если вы поручите, мы бы ее тоже привели уже в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и подъедем, когда вы покажете, где это. Хорошо.